Юрчевский. Юрчевский, мне кажется, сделан из железа, потому что у него было очень жесткое падение. И Клинов. Или Клинов, как его правильно посчитаем? Этих ребят, которые справа. Бушуев в проходе. С кика на 23-го. Тот день авиации показал и забил. А у Линкольна отрицательный. Но они могут сравняться, если сегодня выиграет. Ну, почти сравняться, если сегодня выиграет Линкольн. Забивает 2 очка парень в самом матче. 7-4. Плюс 3 в их пользу. Литвинчук. Забивает Литвинчук в проходе. И 7-6 у нас счет. Да. Ну, кстати, у них хитрая тактика. Один чувак может валить бесконечно, а мы даже не знаем, кто это, да? Ну, да. Так это и работает. Хитро. Да. Шапкун. Бросает Шавкун. Скидка на Литвинчука. Он вернул мяч Шавкуну. Шавкун. Можно Литвинчуку опять вернуть. Шавкун сам идет. Шавкун забивает реверс. Когда совсем запирается, да, тогда он делает скидки. А так, конечно, команду не играет. Но, как, конечно, как шутер, как скоро, очень мне нравится, как играет Шавкун. И забивает Шавкун. Если бы еще чаще бы на команду поиграл. Забивает первый с линии. А баскетболист Каролина. Кто-то забил из Пантер. Забивает первый с линии. А баскетболист Каролина? Кто-то забил из Пантер. Но, наверное, это один и тот же человек играет как сумасшедший, никакого флэпнета, как говорится. Литвинчук. Оу, красивый пик-н-ролл разыграли. Кто забивает? Клинов. Дальше на партнера. Боухендлер. Каролины забивает трешечку. Заваливает бомбу. Деревьев. Подумал о трехе. Подумал, сделал! Деревьев! Да что ж такое, опять заступ. Сколько же заступов сегодня у нас? Ой-ой, какая потеря на ровном месте! Литвинчук на ровном месте потеряли мяч. Даже никто не прессинговал. Не вынужденная ошибка. Старается играть в раннем нападении. Хорошей скорости. Приятно наблюдать за этим. Не все получается, конечно, но благо не скучно совсем. Обокрал. Несмотря на то, что вроде бы ставил спину мистер Биг, но Юрчевский обокрал, и Грюнер забивает. Красиво сыграл, очень красиво сыграл Юрчевский. Выцарапал мяч, ничего это, не в этот раз. Ой-ой-ой, чуть не разобрались баскетболист команды Линка, все-таки смогли они справиться с этой ситуацией. Забивает 2 очка Деревьев, тело в тело, и заработал фаулы Шавкун. Все грамотно сделано этот раз. Хватило дисциплины, не помогать себе рукой, и будет бросать штрафной Андрей. Первый забивает. Есть шанс у Лайонс выйти вперед впервые в этом матче на 10+. Но не стал дальше под кольцо лезть. И забивает. Неплохо. Раскидали баскетболиста Каролину. Доставили мяч до 19 номера. Да. Шавкун на трехе. Шавкун. Есть! 3 в лицо. Через мистера Бига. Не побоялся его. Могу. Но Юра в Советском Союзе такая фамилия была. Популярная. Кириллов почти не было. Оу! Продолжает забивать парень под 19 номером на шортах и самурайской повязкой, которую уже снял с себя. Шавкун. Забивает Андрей. Заслон от Малыгина. Шавкун 3. Воу, Андрей продолжает поливать. Как говорится, стоп лайт май... Же номер? А, шестой, кажется, номер. Шестой номер. Это у нас получается... Андроник Корзуманов. Интересное имя. Андроник Корзуманов. Арзуманов. И забивает Малыгин первые очки в этом матче. Мистер Бик на него выдвигается. Играет 2 больших. Юрчевский не проходит передачи на Шавкуна. Потеря. И забивает очень уверенно. Воу. Локшот от Самурая. Быстрый отрыв от Каролины. Не играл. Вот. И сейчас тоже я не по идее, по заявке. Оу, Шавкун забивает 2 очка. Самурай. Да? Нет? Шавкун. Ну, да. Жесть. Юрчевский в посте. Пас на Шавкуна. Шавкун 3. Оу! Остановите эту машину. Оу, трешка от Клинова. Клин. Ставит клин.
Юрчевский в пасе против мистера Бика. Мистер Бик наелся. Где замена? Юрчевский. Юрчевский стал забивать под кольцо. Флотер. Оу! Через Грюнера с фолом заваливают. Вот это Флотер завалил первый номер Каролины. Мантия, да. О, неплохо. Играешь на фортепиано, смотришь аниме, да ты завидный жених, я смотрю. Конечно, я еще и не, постоянно умираешь? Да. Нифига себе. Ну как ты выживаешь. И постоянно думаешь о женской груди, да? Да. И Грюнер забивает 2 очка. Смологин отыгрался, Деревьев со средней. Очень уверенно забивает Деревьев. 2 прямо в цель. Дальний, средний. Плюс 22 в пользу Lions. Ой-ой-ой, забивает уверенно. 54-35. Мистер Биг. Есть! Мистер Биг разбросался. Где ж твой раньше бросочек? Вообще, мне кажется, пофиг на время. Оу!